Столетний юбилей почетного гражданина города Иваново, заслуженного деятеля науки РСФСР, врача и председателя городского женского совета Елизаветы Ужиновой отмечают сегодня лучшие женщины региона, лауреаты премии ее имени. Премия вручается за активную гражданскую позицию, за общественную деятельность и работу с детьми. За 20 лет существования награды ей были удостоены 83 женщины. Большинство из них сегодня встретились с главой города Иваново Вячеславом Сверчковым в СКИО и в ТЭКС. Среди них педагоги, врачи, спортсмены. Это действительно уникальный человек, это почетный гражданин нашего города. И то, что сегодня мы собрали за круглый стол, именно и вспомнить Елизавету Петровну. И, конечно, для того, чтобы могли лауреаты этой премии поговорить, вспомнить и, конечно, какие-то планы на перспективу наметить совместно.